В жизни всегда найдется место для праздника. Как говорится, было бы желание. А желание у посетителей Ленинского комплексного центра социального обслуживания «Вера» хоть отбавляй. Мероприятия здесь проходят разные, но начало у них, как правило, одинаковое. Давайте сейчас посмотрим друг на друга и улыбнемся. В российском календаре всего 8 праздничных дней, но в центре «Вера» свой календарь. Многие здешние посетители прожили большую часть жизни в советскую эпоху, а значит и давно ушедшие праздники здесь также повод собраться. И, конечно, какое веселье без песен. На базе Ленинского комплексного центра социального обслуживания «Вера» действует несколько клубов. Один из самых ярких – клуб любителей песни. Возраст участников от 63 до 81 года. Занимаемся мы примерно около 13 лет, но некоторые даже и больше. Ну, возраст у нас давно пенсионный, но душа у нас молодая. Сотрудники центра стараются внести свою лепту в любой праздник. Ведь у многих стариков нет родственников. А потому получить неожиданный подарок приятно вдвойне. Ищем спонсоров, находим, люди идут нам навстречу. И получаем благотворительные такие акции у нас проходят. У нас это было в 2015 году разовые акции. Но в 2016 году это уже у нас как бы ежемесячные поставки идут. Искушенный зритель, возможно, отметит, что не очень велики подарки. Подобную помощь получают более 500 человек, в том числе и те, кто в силу здоровья не может выйти из дома. 47 наборов мы получаем ежемесячно продуктовых и раздаем их нашим надомным и также надомным получателям социальных услуг. На помощь надейся, но и сам не плашай. Такова жизненная позиция многих посетителей центра «Вера». Взаимовыручка, совместное проведение мероприятий и поддержка ближних. Так, по мнению активных пенсионеров, должна строиться жизнь центра. Пенсионеры наши не должны скучать. И чтобы никогда пенсионерам не было свободной минуты, нужно заниматься здоровым образом жизни. Плавать, бегать, нырять, в соревнованиях участвовать. Вот так, с помощью неравнодушных людей и не опуская собственные руки, и существует Ленинский комплексный центр социального обслуживания «Вера» в праздники и в будни. Максим Козлов, Олег Левитин, Елена Кошелева. Видное ТВ.